Приветствую тебя, дорогой друг. Как я говорю, мотор. Слово пушка. Что сегодня? Сегодня у нас песка. Приводная песка. Переводная фреска на трансформенной бумаге. Очень интересная, так сказать, техника. Я уже, так сказать, обсуждал. Значит, вот такая вот бумажка. На ней нанесена, ну, то есть принтером нанесена, цветный принтер нанесено изображение. Потом что мы делаем? Мы клеим. Ну, это так, как лак. Лак. В всяком случае, что такая у него функция? Когда мы нанесли на фактуру, на нашу фактуру, которую мы предварительно сделали, он при высыхании не до конца высыхает и остается только клейкий. Почему мы и сказали, ну, я и называю как скотч. Дальше, что здесь было важно, почему я включил, думал, там снял уже с линейки. Ну, думаю, еще раз. Включу, потому что у этих есть наработки, как разбор полетов. Что здесь было? Обратил внимание, спасибо, кстати, Руслану Сканину, что он записал там экспериментальный был вариант, тоже такой неудавшийся, он слезную историю сказал, но Руслан, благодаря этой слезной истории, я сегодня, так сказать, имел шанс не попасть в эту слезную историю. Ты был на маленьком, а я сейчас бы на таком бы просак попал. В чем заключается этот просак? Или как я мог попасть в этот просак? То есть, хотя она цветная, да, но клеить ее нужно на светлую основу. Хотя я под нее сделал основу, так сказать, чтобы мне было легче ее, ну, чтобы она сказалась, в унисончик работала. Но если бы я поклеил ее на сине-фиолетовую, да, основу, то и у меня и тело моих амурчиков тоже было бы фиолетовое. То есть получается, что под нее нужно делать, как, ну, как я сделал, например, я сделал основу фиолетовую, потом вырезал, так сказать, такой медальон или такой эллипс, выклеил бумагу скотчем и покрасил. Покрасил и перед нанесением вот фиксирующего этого клей-лака. Запомнили, да? Вот это самое такое, ну, ради чего я включил, собственно, и камеру. Еще раз повторюсь, там, низкий поклон Сережке Ермоленко за эту идею, что он ее развил, да? Он видел только ее на буржуйских сайтах. Теперь, благодаря, так сказать, Сергею и Фреско.ua, мы имеем возможность, кстати, это их изображение, ну, посредникового качества, да, все, это тоже все упирается в носитель. То есть это носитель, уже повторюсь, Фреско.ua. И все очень интересно, так сказать. Они ее отрисовывают, девчонки ее. Значит, попробуем чуть приблизить. Подержу вам. То есть деталировочка, то есть они, ну, молодцы в этом отношении. Еще прелесть. Ну, что еще добавлю? То есть это вторая, да? Вторая моя наработка с скотчем низкой переносной. И сказал, да, разбор полета. Вот здесь, когда мы ее с тыльной, ну, так,
красочной стороной, да, мы ее к этому клеющему составу приклеим. Но она еще, ну, так сказать, нужно этот, говорю так, дублирующий слой, даже не дублирующий, а бумажный носитель, дубляж, да, снять. То есть мы аккуратненько ножиком подковыриваем. Когда мы начинаем снимать вот эту пленочку, сейчас я покажу, может быть, вам. Вот она. Чтобы вы просто понимали, что это за пленка. Вот этот трансформер, давайте я, может быть, вырежу этот цвет побольше. Вот это трансформерная бумага. Вот это изображение, которое нанесено вот на такую тонюсенькую, да, тоненькую пленочку. Вот эта пленочка, да, я ее клею на вот тот лак, да, который скотч. И аккуратно снимаю. И вот здесь, когда я работаю уже непосредственно снимаю, когда я снимаю пленку, нет, даже не пленку, а когда снимаю бумагу с пленки, вот здесь нужно самое быть, ну, внимательным. Потому что здесь бывают такие, ну как, понятно, что там наловчиться нужно. То есть я рекомендовал вам сначала попробовать заказать у Сережки небольшие там форматики, там, может, 40 на 60, да, и потренироваться. Но вот здесь нужно быть такая осторожность. Ее не прижимать там. Ну, то есть это уже, ну, я, ну, говорю так, на пальцах я, наверное, вам не расскажу. Или не расскажу тебе, дорогой, там, да, как это происходит. То есть лучше, конечно, поэкспериментировать. Главное, чтобы ты понимал саму идею, в чем заключается, да, чем она интересна. Что ты можешь заказать печать и перенести ее на любую поверхность. Да? То есть это может быть стекло, это может быть металл, это может быть фасад мебели. Даже там... То есть все ограничено, как сколько твоей фантазии. Потом, что я сделал? Я ее патинирую. То есть делаю гель-патину. И платину делаю вот на основе вот этого клея, то есть чудесный клей Аура. Для меня вообще, так сказать, открытие было. Он такой, как воск. И что? То есть ту фреску я в Венецию делал на лаке. Под наименом. Ну, так сказать, мне это чем-то ближе. Здесь я уже, так сказать, все делал. Значит, клей и шпаклевка. Поклевка брал, финишку и кумовскую, можете взять красочку, ну просто тот же по необходимости патин делается один к одному. То есть прозрачность хотите больше, меньше, можете регулировать количество или краски, или шпаклевочки финишной, которая ведра готова. Дальше. Обыграл я. Да? То есть все эти кантовочки, зашел уже сюда. То есть тут обратите внимание, что. Или обратишь внимание, что я даже зашел вот сюда, лишь на саму фреску. Здесь тоже обыграл. Здесь подкрасил. Ну, то есть вышел, да. То есть здесь уже начинает такая уже работа, ну, тонкая. Почему и говорю, ну, так сказать, своих мастеров. В мастер-классах неоднократно так наглашивал, я напоминал ребятам и тебе, другому, что не упускает возможность работать с палитрой, с цветной палитрой. Да? То есть, не обязательно, возьми акварельку, поработай. Для меня вот палитра, там те же универсальные там, красители, ну, как я уже сказал, да, это может быть краска. Как и здесь у меня посадка, вот. Клей, да, там шпаклевка, краска и краситель. То есть краситель, вот они универсальные, с них ты можешь делать, так сказать, палитру там, да, добиваться своих нужных
оттенка цветов. Потому что такая вроде так неплотная немножко штука, когда там разбираешь там основные, вторичные, третичные. Но на самом деле там ничего сложного нет. По большому счету существует только три цвета, да, там основные. Это бордо, желтый и синий. Вот эти три основные. Все остальные цвета, которые там воспринимают человеческий глаз, это все на основе вот этих трех. Плюс еще черный и белый делается тонкая тема. Так что вот так. Вроде бы, как я донес всю эту информацию по скотч-фреске, надеюсь, эта информация будет тебе полезна. Делай с нами, делай как мы, делай лучше. С тобой был Олег Антонов, давай дальше. Пока.